Ах, добрый ранок из гнезда Сашеньки и Дашеньки. Значит, 8:30 мы уже на месте. Кошечку кормим, водичку меняем, туалет чистим, все по фэншую. Значит, сегодня едем забирать деток с вокзала. Вернулись, наотдыхались. Проще кончилось, наверное, и вон и вернулась. Значит, мама Валентина побеспокоилась и наготовила детям вкуснейший, ароматный домашний компотик. Авдотья, поздоровайся. Клубничка, смородинка и черешенка. Ага, и лимончик. Лайфхак. Если хотите бомбический компотик, вот в это все добавьте 2-3 ломтика таких мясистых лимончика. Это будет перфектно. Значит, дальше. Испекла брауни. Сашенька с Дашенькой. Я мешаю? Я вам подвинуться. Сашенька с Дашенькой любят брауни. Мама испекла. Так, Дотя, перетерпи это, пожалуйста. Значит, бабушка и опять-таки мама наварганили отбивнушечек и котлеточек. Да, отбивнушечки с сыром. И зная... Дотя, помоги мне, пожалуйста, бы я одной рукой. И зная вкусовые предпочтения от сыночки, я не могла оставить его без крабового салата. Вкус детства, ностальгия и т.д. и т.п. Вот такие мы сегодня подготовленные. Вот такое меню для встречи детей. Большего и не надо. Все. В общем, мы сейчас тут быстро подмарафетимся и летим забирать детей. А мы уже на месте. А мы уже в отчекивании. Ждем Сашеньку и Дашеньку. В 10:30 поезд Одесса-Днепр прибывает. Мы с Дотей вон на перроне чекаем. Купили Дашеньке квиточки. Она же у нас именинница 3 числа была. Возможности цветочки ей подарить не было. Да. Поэтому сейчас будем поздравлять и встречать. Вот, 14-й, побежали, 14-й. А вот, вот ихний вагон. Подожди, да, 14-й вагон. Видела, нет? Hello! С возвращением! О, happy birthday! Спасибо! О, какая дети отвратительные, господи, никогда в плацкарте больше не поедем. Сашенька! Ах, ну пошлите же домой, вот эту реальность. Не хочет. А придется. Отец окажется сказкой. Поехали. Саша? Сашенька. Я привыкла в ресторане, не убирать, не готовить. Я пришла в номер, там новые полотенечки. Ты в ресторане? Устрицы. Устрицы. К хорошему быстро привыкаешь. Они вот это все, да? Убраны. Мы этого ничего не видели. Дашенька, я у тебя тоже мусор выкинула вчера, не переживай. Спасибо. Ага, сейчас. Я буду уходить на работу. Ага, сейчас. Можно убрать. Все, дети дома. Да, пожалуйста. Давай я багажник ключом открою. Ой.
Давай, Ань. Ах, Дашенька. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Даша, а ты уже знаешь? Это без обид. Даша, у тебя с юмором же все в порядке, да, вроде бы было. Дашенька, піди подивись, що там. Страшне. Ох, йо. Покажи. Класс. Жопа. Да? Аня подарила жопу. Класс. Это ваза, если что. В виде жопы. Ты на ней надеешься. Вот так. Да, мы думали трусы одеть, но побоялись это, размер не узнать. Будешь так, все, до дому. Саша, это как-то обидно мне. Это сам собирал. Точно? Да. Спасибо. Ой. Доця, це в гаршок. Соли. Ще щебенки. Ах, спасибо, сыночка. Ах, спасибо, Дашенька. Хорошо, мы дома это, забирай, мы дома это, переберем. Все, поехали, бы тут так жарко. Дашенька, цветочки не забудь. Где как? Happy birthday от нас, от нашей семьи. Спасибо. С дядей Вовой. Купи. А почему уже не вечером? Вот то, что ты хочешь. То, что я хотела, я боялась, я чеканула. Почему? Думаю, подарю тебе денежку, ты купишь то, что ты захочешь. Только то, что ты хотела, хорошо? Что именно? Я очень много хотела. Даже в скайпе, Саша, скажи, что ты хотела. Хорошо? Все, днём рождения. Спасибо. Сашенька. Доця. Вообще не знаю, что вам сейчас вечером. Нет, не знаю. Уже знаете. Что, добрый вечер. Оо. Вот и виндала. Интуристы приехали. Интуристы, пошлите. С папой здороваться. А что ты не заходишь? Кофе. Ах, Любчик. Дети дома, Любчик! Я тут не нравится. Я с камеры ничего не бачу. Вот так. Ах, Леся, София. Вот я понимаю, Любчик. Все в сборе практически. Дашенька, не пессимиздить. Я хочу на пляж. Не пессимиздить. А загорели, да? Загорели. У меня жопа загорела. Покажи. Так, все. Все дома. Понюхала морское это. Все хотят на море. И вам треба. А Кулебаевку вообще надо было давно вывезти. Вони... Куди-небудь, да. Желательно в санаторий. Мама хочет в санаторий. На море. А что б нет? Мотор. То Кирилловка. А там есть этот? Санаторий есть. Чушь, они там, наверное, так много нам презентов несут. Ко мне. Да. Ой, какая прелесть. Ах, Одесса. Спасибо. Жемчужина у моря. Покажи. Сам заслужил. А, с Альбома уже есть. Место встречи. Какая красота. Это вам этот, вам скажи. Можешь еще камень подарить. Камень как-то. С моря. Волшебный камень из чего-то. Прям с моря. Да? Это ж хорошо. Привет. Привет, привет. Покажи рыбку. О. Это какой-то... О, как запахнули, ну ты понюхай. А, Любчик, долго, вдыхай долго. Боже, как пахнет. Будь, я тебе завидую. На тебе. Я не буду. Я думаю, Саша нам класс. Я тоже надеюсь. Дашенька, вы нам тоже дадите бычка? Небогатому. Вот такого, не? Мне ракушку зато привезли. Надо забрать. Где мы? Да, скажи прям, это вообще не те, что у нас покупные. А мои камни где? А мы вам пишем. Ра, хорошо, хорошо. Тебе камень. Все, мы поехали. Бодик. Слухай. Три и загадуй желание. Кого, ракушку или камень? Ракушку и камень. Пока. Боже, пока со всеми попрощаемся, нас столько народа. Пока. Вот так, давай. До завтра. До завтра. Любчик, ты не съедай. Все.
Все, удачи вам. Родителям привет. На сколько еще раз? На 7. Вам еще один. А, да? В группу напишу. А нам не на 7. Ах, все, а? Сумка моя, я забрала, Ань? О, давай мою сумку. Права ты забрал, да? Все, все, давайте. Дашенька, до вечера. Вот так, все. Дети вернулись, а родители счастливы. У детей будет пару дней адаптации на вливание вот в эту реальность. Все. А мама с папой пішли працювати. А, Гердочка, а вы не хотите на моря, на океаны, не? Ердон, Ерда, не хотите, нет? На моря, на океаны, не? Вас и тут неплохо кормят. Ага, попался жучок. Давай, сдавай этот. Позиции? Сдавай позицию. За что? У Валентины обеденный перерыв будет происходить на... Шелковоньке. Виндали? Любчик добыл шелковицу. О, с чем? Шелковица. Тоже шел... А, вот прямо. А там крупная? Ну, тут вкуснее. Ага. Я хочу нарвать на компотик. И компот можно и там. Да? И вишенки у те, что там чуть-чуть далеке, тоже Валентина нарвет. Нам звонят. Попалась. Вот так они и жили. Глядите, какая... Что это тут за шелковичный жук? Гляди. Шелкопряд. Оп. Шелкоед. Дотя делает, сейчас покажу. Так. Оп. Доброе. Вот так. Оп. Любчик, не отвлекай меня, я буду собирать урожай на компотик. Дети мне писали, что компотик... Божественный. Божественный. Даже... Це прям шик, шик Мадера. Котлеточки, он разогревается. Да ты шо это? Это... Видосик не засняли. Это приятно. Ах, Дашенька, это приятно. Так. Рву я, значит, рву. И обнаруживаю вот это. Поглядите. Это шкура змеи. Настоящая шкура змеи. Прикиньте, какая длинная. О! Спасибо, что не живая. Фу. Я, короче, залезла в дебри. А здесь самый смак. Самое то. Прям сплошное удовольствие рвать. Вот так пальчиками трын-трын-трын-трын-трын, и она падает. А вечером сварю вкусный-вкусный компоток. Вот такая молодец сегодня. Именно вот так должны выглядеть руки человека, который рвет шелковицу. Боже, все пройдет, это тоже. Хочу проверить лайфхак, где говорили, что если потереть вот так лист шелковицы, то весь сок снимет вот эту черноту. Мало верю, конечно, но проверю. Такое. Какой-то лист такой сухой. Ну, такое. Вообще хуже стало. То были синие пальцы, теперь еще зеленые. Они сухие листья, вообще влаги в них нету. Пойду лучше в Доместосе замочу. Значит, Валентин уже не остановить. Если Валентина заведется, уже все, понесло. Вишенки на компотик тоже Валентина нарвала. Ну,
Ну не молодец ли? Молодец. А теперь держите лайфхак, как очистить руки после шелковицы. Лайфхак от Валентины. Просто идете рвать вишню. И все пройдет, как и не было. Потом с мыльцем помыли руки, и все. Главное рвать той же рукой. Вот это главное условие. Рвать той же рукой. И вот такой пакетик теперь у Валентины есть. Не перестаю собой гордиться. Вот это добытчица, вот это хозяйка. Чего и вам желаю. Компотику быть. Раз 15-й я вам уже это сказала. Все, теперь можно идти продолжать работать эту работу. Все. Левчик, а я же тебя разблокировала. Таких нету. Ну как это нету? Ну обнови, зайди на мой профиль. Смотри, их нету. А ну зайди на мой инстаграм. Сашенька уже разблокирован. Сашенька уже отдохнул. Ну так что, мне каждый раз так заходить? А ты, ты подписан на меня? А ты когда блокируешь, я автоматом уже не подписан. Ну посмотри, да. Может оно слетает. Ну тут не предлагают. Как это? Стежи ты нажимай, ты отписан от меня. Ты меня отписал? Ну конечно, не я, инстаграм вместо меня. Что, предлагаешь теперь мне подписаться? Все, я не предлагаю, можешь отдыхать дальше. Я не хочу. Не хочешь стежити за мной? Не хочу. Ты меня что-то отписала. Я же тебя не просил. Любчик, а вот это обидно. Любчик, ты сказал, что меня много. Я же тебя не просил меня отписать. Ты сказал, что меня много. Я восприняла это буквально. Ты конкретно для себя сказал? Между строк, но я поняла все, что поняла. Так то, что ты поняла, это еще не является фактом. То есть ты не хочешь за мной стежити? Ты следишь за мной? Я за тобой слежу. Я, Любчик, за тобой слежу. А вот это обидно. Слыхали, не хочет стежить за жінкою. Любчик. Будет серьезный разговор. Обязательно. Так, пів на третю. Любчик. Туда-сюда, и Валентине надо идти додому. Ну, уже? А ты что, тут була вообще? Любчик. Смотрите, новый маникюр. Ты видел мои руки? Мастер маникюра, передаю привет. Ахьяна Сергеевна, прошу понять и простить. Ну, дуже хочется шелковицы. Дуже. Есть такие еще перчатки, ты же продаешь обе. Я хотела по-быстрому, по-быстрячку. Я не жалуюсь, если что. Получилось, как всегда. Я не жалуюсь. Мне нравится. Так, Любчик, ты подписался? Я проверю. И стеж за мной, пожалуйста. Вот такие у нас разговоры, да, Любчик? В общем, все, туда-сюда. И я иду до дома, бо у нас вечеря. Дети придут с чаем и с тортом, да? Дети, вы с чаем придете? И с тортом? Сказали, зайдут к нам в гости. Отдадут маме у те морские камушки. Ну, у меня, между прочим, я собираю камушки, там где я была. У меня есть камушки с Шри-Ланки, ракушки с Египта. Любчик, и все. И все. Раз-два и обчелся. И больше нема. А Федотова коса? Магнитики все перебились. Повыкидывались, перебились. А Грузия? А что мы с Грузией привезли? Камушки я привозила. Что-то ж привозили. Или привозили. А, наверное, там ассорти. Грузия и Шри-Ланка. Я проведу ревизию. Угу. В общем, все. Сейчас до дому и чекаем детей, да? На вечерю. С утра был дождь. И прохладно. Сейчас жарко. Жарко и солнечно. А я пешком. Сейчас пока приду, уже ничего не захочу. Ни тортик, ни чаек. Значит, добыла этих фруктов. И иду домой. Довольно. О, все, пожалуйста, рвы не хочу. Куча вишен. Вы тырите вишни?
Я только что стырила. Ну а что, он пропадет. Так, все, Валентина пешкариком домой. Время минут так 45 на подумать, на поглядеть. Все, отработала. До дома. Глядите, кто тут в студии. Помните? Малышня подросла. Ах, добрый вечер. Добрый вечер. Как ваши справы? Такие лопоухие. Такие лопоухие. Добрый вечер. Так, быстро до дому, быстро. С добычей до дому. И спать. У вас еще двое осталось? И остальные? Близнецы. Одинаковые такие. Класс, да? Класс. Оп! Добрый вечерочек. Значит, Доте пришла посылка. Вот тот щербет, да? С окончанием школы. Пробничек мне. Слава Богу. Вот это сервис, вот это уровень. Если бы не было пробничка, я бы... Да чтоб ты... Я бы на единицу поставила в рейтинге. А как мне открыть? Эстетичнее, пожалуйста. Распаковка эстетичнее. Это не те пупырки. Это пупырки. Пупырки? Так открывай, мне сейчас укачает, Аня. И как ты. Что за фирма, мне интересно? Пробник, смотри. Innisfree. Это очищалка. Ага. Это зеленый чай. Это популярная фирма. А это то, что у нас SPF? Да. О, вот это мне нравится фирма. SPF крем бомба. Beauty of Chosun. Beauty of Chosun. Chosun Mignon. Chosun Mignon. Поняли? Красивый, он бумажный. Открой. Нет. Объясни, что это за щербет, для чего он? Ну, это очищать макияж и SPF. Хорошо снимает SPF, да? Ну, и какой-то там сильный макияж. Угу. Ты и сильный макияж, конечно. Да, но мне только для SPF. Угу. Вау. Вау. О-о-о. Красиво это, да? Такая минимализм. Да. Открой. Оно пахучее? Нет, оно без запаха. Без запаха. Это хорошо. Ложечка. Ложечка. Спасибо. Да я нюхну. Не, открой, я нюхну. Так, подожди. Вообще никак не пахнет. Там не должно быть. Оно как воск, да? Можно пальцем? Нет, чё? С моими микробами. О, боже мой. С моими маникюрами. Это фирма, в которой не должно быть запах. Я поняла. Да. Вы тоже все поняли, да? Да. Все, сбылась. А вот нигде воняет. Сбылась одна из... Что это у тебя была? Цель? Бо. Хотелка, во. Не цель, это хотелка. Все. А мы чекаем гостей. Спонтанных. Нету слова дорого, Аня. Нету слова дорого. Нет, все. А, мы чекаем спонтанных гостей. Инстаграмная Бэтик приехала. Инстаграмная Бэтик приехала. Привет. А чего не уйти? У меня рука. Пирожки. Вот это пирожки. Это Ваня рука, не только Валя хозяйка, а Илья Сергеевна. Похизуйся. Сейчас, подожди. Джека. Джесси. Программная Бэби. Бэби Инстаграма. Бэби Инстаграма. Красивая, ты разъяренная. Жарко тебе, да? Я тебе просто вон. Я на это прям выпекла? Естественно. О, боже, вот это пахнет. Это пахнет. Понимаешь, как пахнет ванилькой? Как Пашкой. Как Пашкой. Все, поздравляю. Поднимайтесь. Наконец-то. А вы сняли, да, сняли? Зайди же в солнечко. Значит, мы же присели. Присели. Это просто великолепие. Вы видали? Не подгорели, не вытекли. Видали, какая каемочка? Дося, а ну покажи.
По-домашнему. Угу. Вот так. Может, когда хочет. Я правильно говорю? Гори сарай, гори и хата. Диета, да? Яки все. Боже, бомба. А на чем тесто? На молоке? Нет, заверни. Ух ты. Ну це мама, да, ти поставила? Ладно, не всі лаври. Тут це виключаю, тому що люди зараз завидуються. Оп! Любчик незаметно присоединился к нашему столику. Давай. Ну оцени, пожалуйста, племяннице пирожки. Ну. Косточки там. Вот так. Я плюй. Знаешь, как этот? Идешь такие. Мягкий. Скажи мягкий. Вкусно. Вот так. Я так вот. Вот так. Схавал? Варюнчик. Вам нормально? Ніхто пирожка варюнчику пирожка, не предложить. Да, ніхто не предложив пирожка. А ти кампутик і даєш? Вона як пупсик. Так, вода ушла. Я їй давала яблучко. І так хорошо ушла. Все, ми кусаємо. Все. Інстабебік от'їжджает. Тебя не знімаю. Інстабебік от'їжджает. Отчалює. Все, пока-пока. До мамки иди. Пока-пока. Ты идешь? Можешь? Пока-пока. Уже все, разгулялась. Разгулялась. Идешь? Чи ты до папы? До папы чи до мамы? До кого? До тебе больше тянется. Ну, папа не бойся. До папы. Вот так, лятки. Мама за рулем. Ой, так, песочница, маленькая песочница. А вы знаете, как называется правильно? Песочник, да? Да? Не комбинезон, а песочник, так раньше. Да. А, деловая теперь уже, да? Конечно. Пока-пока. Мы витаем вас на родной земле. Падай, кланяйся, целуй землю. Что все так быстро, все закончилось, даже не начавшись. Бачишь, Джека, какие туристы нынче? А что такое? А что Даша такая заведенная, не понял? Останови ее. Машина была не прогретая, она меня выпустила. Ты представляешь? Сейчас торт Джека вам раз это. А что, ты не видела? Забор. Ты не видела? Нет. Ну давай, хорошо, восторгайся, восторгайся. Не переигрывай только. Проходите, проходите. Это уже депрессия пошла после отдыха. Это вторая стадия, Даша. Оно попустит. Оно попустит все. Так, давайте кушанькать. Кушанькать, будете? Оп! Любчик. Любчик, а на манеже все те же. Немножко видоизменилась, скатерка добавилась, и меню немножко обновилось. И прическа у Любчика, да, Дося постригла. Потому что Яна были спонтанно, а Дашенька с Сашенькой были запланировано. Ах, деточки, откройте Аня маме бокал. Да. Мы рады, что вы вернулись. Мы рады, что вы. Мы рады, что вы отдохнули. Я хочу остаться. Я требую продолжения банкета. Я не хочу, не знаю. Ну да, да, да. Залужки здесь так. А ты что, не будешь с этого, да? Да, я буду. Это по-домашнему. Что вы можете сказать свое оправдание? Вот это у вас там даже не ёкалось, это, да? Даже не было времени на это. Так и вы правы, Александр. Мелковато, озерцо у вас. Ну, не моря, не океаны, не океаны, но свое родное, знаете, якось так. Нет, море нравится, роднее. Дашенька. Нет, все, конечно, да. Уровень, да? Ну, что там говорить, как оно, конечно. Да, расширили этот, мировоззрение расширили? Очень даже. Стимул появился работать? Конечно. Да? Рвать и метать? Баланс трошки подусили. Подопустошили, да? Рыба. Ой, нас не оставили? Давай. Раз. Да не спеши.
Это маме? Маме, как заказывала. О, вот я понимаю, это в тему. Щебенка. Дуся, какие пятки? О, боже. Пять. А тут все пронумеровано, чешу. Шесть. О, боже. Семь. Вот. Вот, о, остановись, остановись. Разбирайте. А вы с тех устриц забрали? Что вы с устриц не привезли ракушку? 11. Так, ты представляешь, и считает. А это маме. О, это уровень. Что, серьезно? Вроде шумит. Шумит реально. Что, папе? О, что это папе? Бинокль есть, а корабля нема. Все, укомплектован. Открывай, посмотреть. Покажите, нам ничего не видно. Открывайте. Спасибо. Любчик, открывай свой корабль. Поставишь на телевизоре, че дивиться. Ух ты, это Одесса? Это Потемкинская лестница. Ух ты. А як вона? Да, вот так. Так вона ставить. Яблочко туди наріжеш. Покажи, поки тебе не видно. Мама. Наше щастя. Ух ты, клас. Ну и для Ани. Подождите, да, подождите, не спешите. Вообще мы шукали, особый шукали. Особый подарок. Не, подожди, шукали, шукали. И так как Аня не, нашли. Не хочет ехать в Одессу ни под каким предлогом. Я? Та она хочет. Мы решили привезти часть Одессы. Ух ты. Что за такие? Сюрстрёминг. По витре Одессы. Да. Сертификат я... Не-не-не. Воздух из Одессы. Серьезно? Воздух Одессы? Банку? Да. Пустую! Вы же вообще уже жили. Нюхай, Дося! Только быстро! Не, подожди, там даже есть, по-моему, это. Только быстро, потому что ветер сдует все. Там оно рассказывается, для чего оно полезно. А ну считай. Я ныть від спогадів, але не викликає похмілля. А чо не викликає? Подожди. Вміст. Нет, эффект застосування. Покажи, покажи. Ні. Так може я там реально побічні ефекти, загострення мрійливості. Це мама, а? Загострення мрійливості, дурна посмішка на обличчі, віра у світле майбутнє і бажання ні в чому собі не відмовляти. Що про тебе, Аня? Робить, чи ні? Открывай и вдыхай. Шикарно, ріжне підняття настрою. Только сразу вдыхай. Так там нічого не вдыхай. Загадай желание, чуєш, загадай желание і так нюхни. Воздух какой, а еще там пёрнул кто-то. Аня. Желание загадай и нюхни. Не сбывается. Только бы и быстрее, бо ветер сдует. Чтоб не выдало по-долянским. Ничего не можем. Пахнет морем. Ты вдыхай глубже. А нюхай. А нюхай, нюхай. Вдыхай. А вообще у нее тухлой банкой. Нет, это просто разводняк. Сколько она стоила? 80 гривен. Пустая банка. 80 гривен? Не, прикольно. Одесса. Аня, оставь их сувенир, да. Чтобы слаживать. Понюхай то. Я думала, ну, это рыба. Сюстрёмин. Красивый у Любчика корабль. Любчик, тебе очень идет. Да. Ты прям это как капитан. Так взяли, да, так и так, в связи с обстоятельствами вы не заслужили. Алло. Это пахнет. Воздух Одессы. Да, это пахнет. Боже, я балдю. То вы дали понюхать в офисе. Это вообще было бомба. Запах моря. Дуся, это вечером под киношечку. Ах, спасибо большое. Мы не цокнулись. А давайте за приезд. Мы за вас так были рады. Да. И надеемся, что вы на этом не остановитесь. А? Мы тоже надеемся. Надейтесь. Дашенька. С днем рождения. С днем рождения! Ваша поездка это все перебила. С днем рождения. 55 точно. Шикарна річ для підняття настрою. Цей продукт шалено впливає на почуття гумору, бадьорість і ділові якості. Доця, ти закрила банку? Не вивітриться? Утром встала, нюхнула и пошла украшать вот тот мир. Поняла? С бодрым настроем. Прелесть. Спасибо. Вот так, туристы. Быстро-быстро и по гнездам. Быстро-быстро и по гнездам. Не, спина красивая, ну повернись плечи. А, ну плечо чуть-чуть красное, да-да-да. Лицо красиво взялось, и шея сзади тоже. А это не загорит.
Ну и ничего, а да загораешь. Да, я прям хотел. Ты так поправился. Ты поправился. Так ты когда бежал на море, прям такой упитанный мальчик. А я кажу, Саша, такий у нас это самое, спина такая. Дашенька готовит же, да? Мы оценим, как Сашенька поправился. Ага. Даша, работай на камеру, эстетичней. Я же снимаю. Вот так вот с отдыха приезжаем. Все, спасибо большое за подаруночки. Мы вас чекаем завтра у гостя. Какой? Машина. Даришь маме. Спасибо. Не BMW, конечно. Все, давайте, адьос. Пока. Доча. Завтра увидимся. Все, пока. Все. А только что показывал. Джеки, все в сборе, все в сборе. Все. Ты можешь мне все постирать. Тапочки? Ну, лежать же можешь, да? Постирать. В поезде было больно лежать, сегодня уже нормально. Нормально, да. Под водой очень жопой больно. Даша эстетичней. Как будто ничего не болит. Да, как ласточка полетела. Все, пока-пока.